все вместе глазницами в рассвет, а им всем вместе 4000 лет. Первые лица Магадана и Колымы, сотрудники ведомств и жители области возложили цветы к монументу «Узел памяти». Это памятник магаданцам, героям фронта и тыла войны 1941-1945 годов. 22 июня во всей стране вспоминают тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. К этому времени фашистской Германии были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар. Почти 1500 дней унесли жизни 26 миллионов жителей СССР. Магаданцы почтили память погибших минутой молчания. 3 3 Выстрел! Выстрел!